я такой вот странный человек, почему-то люблю готовить всякие такие долгие блюда. Для меня проще приготовить, скажем, бургиньон, чем какой-нибудь, ну, вот бутерброд просто. Но простые блюда я тоже готовлю. Я готовлю все, мне все интересно, я всегда открыта всему новому. Так что, ну, мне, в общем, все равно, что готовить. Вот. И все равно, на какое количество людей готовить. Вот. У меня большая семья, и поэтому вообще не имеет значения количество. Целевая аудитория. Ну, это прежде всего люди, которые любят вкусно поесть, которые любят готовить, которые, может быть, еще не знают, что любят готовить. Вот, но такая думающая, интересующаяся аудитория. Которым это будет интересно, то, что я тут делаю. Но зависит от настроения. Люблю и то, и другое. Ну, тоже вот. Но могу готовить и рыбу, и мясо, но вот. Но некоторое время назад, наверное, сразу бы ответила однозначно мясо. Я мясоед, и не знаю, что может заменить хороший стейк. Вот, но рыба легче обычно. И не знаю, насколько полезнее.